Так, а это у нас альбом по развитию речи уже для будущих первоклассников. Здесь мы даем понятие, что такое семья, дяди, тети, строение человека. То есть здесь много разных блоков. Посуда, да, где у нас какая посуда. Тоже интереснее задание, например, вот последовательность, да, разложить, что нужно сначала помыть картошку, порезать, сварить. И это вот такие понятия уже мы даем ребенку перед школой. Продукты. Как выращивают хлеб. Времена года. Сад и огород. То есть здесь мы уже прям рассуждаем с ребенком, задавая наводящие вопросы, да, там, например, зачем нужны деревья. Развиваем речь ребенка путем, с помощью наводящих вопросов стимулируем речь. Профессии. Я дальше прям полистаю. Космос. Тема космоса здесь тоже затронута. Некие домашние животные. Цветы. Здесь разные-разные цветочки.